Самолет МЧС, летевший за пострадавшими в Анадырь, сел в Якутске из-за шторма. Санитарный рейс заберет двоих тяжелобольных детей, пострадавших при пожаре. Борт накануне вылетел из Москвы, однако аэропорт Анадыря был закрыт из-за погодных условий. До его открытия самолет пробудет в Якутске. Как уточнили в территориальном управлении МЧС РФ, в Якутске ожидается плановая посадка для дозаправки и технического обслуживания самолета. До этого также на дозаправку и для технического обслуживания он садился в аэропорту Красноярска. По плану полета рейс должен вылететь из аэропорта Якутска в Анадырь в 3 часа ночи по местному времени или в 21:00 по Москве. Управление МЧС подчеркнули, что ни о какой внештатной ситуации речи не идет, а рейс выполняется в соответствии с заранее намеченным планом полета.